Штирлиц слушал Кэт, и в его голове звучал только один вопрос: «А где мы?» «На третьей улице Строителей, дом 25, квартира 12», — понял Штирлиц. Снова переехали. Переезд на новую квартиру — не повод для расставания со своими любимыми телеканалами. Теперь их можно взять с собой. Интерактивное ТВ 2.0 от Ростелеком. Беру ТВ с собой и смотрю по Wi-Fi в любом месте. Ростелеком.